Здравствуйте, курсанты! Сегодня тема нашего урока «Биссектриса». Есть несколько способов, как находить биссектрису. Начнем с самого простого. Когда мы измерили угол ската, и обычно этот угол всегда больше 90 градусов, и мы этот угол переносим на бумагу, свою линию. Если у нас было бы 90 градусов, то было бы так. Но 90 градусов это у нас тогда нулевой угол ската, а скатные круги с нулевым углом называются уже плоские. Поэтому у нас скатные крыши, мало скатные и так далее. Ну вот возьмем, например, вот такой угол, любой, больше 90 градусов. Проводим вторую линию. И вот наша задача сейчас найти биссектрису. Ну, если кто учился в советской школе еще, то помнит, биссектриса это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Правильно. Вот для этого нам понадобится циркуль. И при помощи этого инструмента, линейки, карандаша, мы сейчас построим биссектрису. Что мы делаем? Мы делаем раствор циркуля, берем раствор циркуля. Ну, в данном случае нам удобно взять такой. Устанавливаем ножку в основании угла и проводим карандашом. Делаем первую засечку. Затем делаем вторую засечку карандашом. И потом раствор циркуля увеличиваем, побольше сделаем. И вот теперь в эти две точки, которые мы нашли, по линии, которая у нас вертикальная. И вот проводим вот такой вот полукруг. Первое делаем. И потом устанавливаем ножку циркуля. Следующую точку, которую мы нашли. Вот сюда. И проводим еще один полукруг. Таким образом, мы нашли третью точку. Это вот эта вот точка. И теперь нам надо ее соединить с основанием угла, вот с этой точкой. Берем линейку и соединяем линии, найденные нами две точки. Вот таким образом. Так, первая и вторая. Вот эта линия, которую мы сейчас провели, эта линия является биссектрисой. А линия, вот эта биссектриса, она является очень важной линией, потому что по ней мы будем делать линию гиба. Это первый способ, как найти биссектрису. Теперь приступаем ко второму способу, как найти биссектрису. Ну, допустим, у нас нету циркуля, и у нас есть один только треугольник. Измерили угол ската крыши, нашли угол, он больше 90 градусов, и у нас вот, кроме как вот такого вот треугольника, ничего нет. Что мы делаем? Мы наш этот угол прикладываем, переносим его на бумагу и, допустим, вот сейчас у нас этот угол, мы его переносим на бумагу, он у нас больше 90 градусов, естественно, потому что если у нас будет 90, то это уже плоская крыша, а не скатная. Мы имеем дело только со скатными крышами. Проводим еще одну линию и будем считать, что это вот мы нашли, это наш угол ската. То есть это 90 плюс какие-то там 20, 30, то есть угол ската у нас не бывает 120, 130, 145, это всегда, например, 140 минус 90, значит угол ската у нас... Да.
Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 сантиметров. И вот это уже, вот эти же 5 сантиметров мы откладываем сверху. Вот эти же 5 сантиметров. Вот мы откладываем эти 5 сантиметров. Вот оказывается как. 5 сантиметров здесь. И откладываем сейчас 5 сантиметров сверху. Вот это у нас будет вторая точка. 5 сантиметров. То есть 5 мы отложили по вертикали. 5 отложили по горизонтали. И теперь мы что делаем? Очень просто. Мы прикладываем наш треугольник 90 градусов в эту точку. Очень просто. Вам сейчас понравится как-то находить. Вот. И опускаем перпендикуляр, это называется. Вот в эту нашу точку. Вот берем повыше. Вот опускаем перпендикуляр. Раз. Первый перпендикуляр опустили. Переворачиваем наш треугольник. И, значит, отложили нашу точку 5 сантиметров. Вот сюда. Прикладываем. И опускаем, что второй перпендикуляр. Таким образом, получается, что мы нашли, вот наша точка, вот наша точка. И вторая точка – это основание нашего угла, то есть фактически это и есть две точки. Мы можем провести от одной точки к другой линию. Так, треугольник имеет стороны такие немножко скошенные, поэтому поудобнее, чтобы было. Вот, и мы теперь проводим линию. Вот, первая точка, вторая точка соединяем. Что мы получили? Таким образом, мы вторым способом нашли нашу биссектрису.